В ванной комнате на торцевую стену приклеил плитку, теперь буду работать с этой стеной. Точно так же все подготовил. Лампа должна быть обязательно сбоку, чтобы видеть неровности и таким образом легче, конечно, работать. Плитка у меня на виду. Это вот плитка светлая, которая будет сверху, а это будет снизу. Тон ее темный. Обязательно должна быть перед глазами, чтобы не проморгать. Уголок. Установил, а теперь слегка вот так вот делаю. Первая плитка на этой стене.